Заебись? Да. Еще ближе. Всем привет, с вами Штребух, повелитель помоек. Все вы знаете, что меня помойка кормит, одевает. Весь этот стиль я нашел в помойках. И даже эти аирподсы. А еще, братва, в моей группе розыгрыш за репост. Все, что вам нужно сделать, это подписаться на мой канал, сделать репост, закрепленный в группе записи, и кто-то из вас выиграет сюрприз-бокс. Ну а в этом видосе я вам покажу свои находки, которые я насобирал в помойках, а также я заработал много денег. Смотрите это видео до конца и всем приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, а также ставьте лайки. Погнали! Женская сумочка. В идеальнейшем состоянии. На сумке нет ни единой царапины. Никаких потертостей абсолютно. А еще там была вот такая кожаная куртка. Также в идеальнейшем состоянии. Утепленная. Из полумбира, размер S. Там же, где я нашел вот это, была вот эта шуба. В шубах я не разбираюсь. Не знаю, натуральная она или нет. Но состояние просто идеальное. По-любому это все выкинула какая-то обеспеченная дама. Нашел боксерские перчатки. Everlast. По внешнему виду видно, что они бушные, слегка подушатанные, но абсолютно целые. Нашел автомобильный сабвуфер Supra. В таком сабвуфере должен быть усилитель, вот такой. Но его нет. Когда я начал пробивать инфу за этот саб, я удивился, почему нет усилителя, зачем его сняли. Не работает динамик, потому что внутри ему настал полный капец. Из-за большой мощности динамик внутри просто жестко погнуло. Это нереально починить. Придется выкинуть сабвуфер обратно в помойку. А я возлагал на него такие надежды, думал, продам 1000 за 2 как минимум. Еще одна крутая находка. Нашел телевизор от бренда Эленберг. Работает он прекрасно. Изначально он был очень грязный, но я в принципе быстро его отмыл. И придал ему товарный вид. Таких телеков я еще ни разу не находил в помойке. У него встроенный DVD-привод. То есть можно вставить диск и смотреть на нем фильмы. Офигеть. Также у телевизора имеется много разъемов для подключения. А еще его можно использовать как монитор для компьютера. Да что уж тут говорить, тут даже есть ручка для переноски. Ну просто супер телевизор на все случаи жизни. В телевизоре я не нуждаюсь, поэтому продам его за 1500 на Авито. Два разбитых смартфона на андроиде. Оба телефона от бренда Alcatel. К сожалению, они не включаются, продам на запчасти на Авито. Конечно, очень обидно, давно я не находил целых смартфонов. Восстанавливать их нет никакого смысла, потому что это устаревшие модели. Самые лучшие комментарии последних видосов, а если ты хочешь попасть в видос, пиши креативный комментарий. Снимаю шляпу и склоняю колено перед самыми щедрыми подписчиками. Аппарат для печати чеков. Да, такого я еще не находил. Что мне с ним делать, я не знаю. Чисто взял для обзора, чтобы вам показать. Но этот аппарат вообще никак не продать, потому что он морально устарел. Нашел материнскую плату. У материнской платы много вздутых кондеров. Она, скорее всего, не рабочая. Скорее всего, из-за этого она не включается. Процессор здесь стоит Intel Pentium 4 с тактовой частотой 3,4 ГГц. Неплохой проц, пусть и старенький. Оперативной памяти 2 ГБ. Из-за того, что материнка не работает, заберу отсюда только процессор и оперативку. А материнку выкину в помойку, так как ее восстанавливать вообще нет смысла. Ушатанный, но рабочий утюг от бренда Philips. Утюг рабочий, но у него течет бак для воды. У него даже покрытие в идеале. Это большая редкость. Чаще всего попадаются утюги с пригаром. А у этого утюга в этом плане все идеально. Продам его рублей за 100 на Авито. Рабочие механические весы. Работают. Продам эти весы рублей за 100. Рабочая клавиатура Genius, а также мышка Logitech. Клавиатура старенькая, работает, ну а мышка вообще офигенная. В комплекте даже есть приемник. Обычно беспроводные мышки выкидывают без него. Мышка работает прекрасно, такая тяжелая, увесистая. Продам мышку рублей за 300, а клавиатуру за 100 рублей.
Электронная книга от бренда Vexter. Книга была с чехлом, она в идеальнейшем состоянии. На борту 8 гигабайт встроенной памяти. Книга еще и изогнутая. Неплохая находка, положу в сюрприз-бокс. Электробритва Браун, модель 3710. Работает бритва прекрасно. Но у нее есть косяк, с этой стороны крышка плохо держится. Попытаюсь ее продать рублей за 200. Может, кто-то и купит. Нашел на челлендже 20 помоек, ссылка будет вот здесь. Вот этот Samsung, модель S2. У телефона есть трещина на экране, и из-за этого экран не включается. Батарея даже не вздутая. Попробую продать его на запчасти на Авито. Возможно, кому-то он еще пригодится. Абсолютно целая колба для чертежей. В отличном состоянии. Она может даже увеличиваться в размерах. Продам ее рублей за 200 на Авито. Рабочий ноунейм шуруповерт. Но вот обидно, в комплекте не было блока питания. Проверить я его не могу, но я уверен, то, что он работает. Продам его рублей за 200 на Авито. Рабочая мультиварка от бренда Redmond. Передняя панель с сенсорными кнопками. Все функции работают прекрасно, но у мультиварки есть косяк, крышка не держится. Я не знаю, как это починить, нужно будет делать какой-то колхоз. Но в принципе это не критично. Попробую ее продать рублей за 200 на Авито. Самые крутые наушники, которые я находил в своей жизни. AirPods. Как вам такие, ребят? Мощные, да? Они здоровые, еще крышка не держится. Они еще к тому же не работают. Просто жесть. На самом деле я пошутил. Вот они. Это те AirPods, которые я нашел на стриме. Кто хочет, залетайте на второй лайв-канал и смотрите запись. Это просто жесть. Это оригинальные AirPods первого поколения. Полностью рабочие. Звук просто превосходный. Они в отличном состоянии. Поначалу я подумал, что это подделка. Но после того, как я их взял в руки, сразу понял, что скорее всего это оригинал. Пробивал их по номеру, да и по звуку, блин, все понятно. Это реально оригинальные AirPods, которые выкинули в помойку. Я просто в шоке. Люди реально заелись. Такие AirPods стоят на Авито 1006 бэушные. Вот вам, кстати, сравнение, как выглядят оригинальные AirPods и как выглядит дешевая копия. Это просто жесть, разница колоссальная. Продам эти AirPods 1000 за 5 на Авито. Я просто в шоке, помойка реально кормит. Рабочий аэрогриль от бренда West Electric. Аэрогриль работает прекрасно, попытаюсь продать без чаши рублей за 100 на Авито. В электрогриле получается просто изумительная курочка. Наушники легенда, оригинальные AirPods с разъемом 3,5 мм. Продам их легко на Авито рублей за 800. Это отличная для них цена. Два старых кожаных и брендовых ремня. Первый Calvin Klein. На ремне есть потертости, видно то, что он бэушный, но зато оригинальный. Второй ремень Prada. Вот это просто жир. Тоже есть потертости, видно, что он поношенный, но это из очень старой коллекции. Пусть он тоже поношен, но он зато полностью целый. В принципе, можно носить. Коробка от Apple Watch и ремешка. А в коробке есть даже оригинальный блок питания, которым даже не пользовались. Абсолютно новый. Коробки от продукции Apple я собираю. Коробка от AirPods, пачка новых стяжек, прозрачный клей-момент, женские часы Женева. Не работают, скорее всего, нужно поменять батарейку. Беспроводная мышь ОК-клик, полностью рабочая, в офигенном состоянии. Мыльные пузыри. Мыльная рыльная. Соль для ванны, скраб для тела, шампунь-кондиционер, мицеллярная вода, прикольная маленькая корзинка для продуктов, кучка проводов, Bluetooth-приемник, крепление для вспышки, женская бижутерия, вот еще всякие кулоны, вот такие брелки, две батареи для айфонов, для старых Nokia, зарядное устройство Nikon для фотоаппарата. Прикольный брелок, кукла, чехол для айфона, еще женская бижутерия.
чехол для айфона, музыкальная шкатулка, а внутри шкатулки есть бумажки с заданиями. Написано: изобрази, как акула нападает на ныряльщика. Ныряльщиком будет игрок слева. Прикольно. Абсолютно новый рабочий USB кабель для айфона. Кучка наушников, старая игра Erudit и два эластичных бинта. А еще я нашел серебряную цепочку. Неплохая находка, серебро я собираю. Пора подвести итоги по продажам. С 21 февраля по сегодняшний день мне удалось продать брошь, кардиограф, 3 сюрприз-бокса в размере S, один в M и еще один в L, серебро, мультиварка, старые часы, тостер, сумка женская, пылесос, укулеле, стол, зарядка, набор для суши, ингалятор, сумка военная, телевизор. На барахолке за первый день мне удалось заработать 3250 рублей. За второй день 3450. Это просто шикарно. Я теперь всегда буду на барахолках торговать находками. Напольная вешалка, радиоканальный ЭКГ, Samsung Galaxy S2. В итоге мне удалось заработать 41 350 рублей. Не, ну реально, помойка кормит. Я просто в шоке. Всем спасибо за ваш просмотр. Встретимся в следующих видосах. Лакшери жизнь. Помойка кормит.